Для олимпийского чемпиона и призера игр Алексея Алипова Олимпиада в Лондоне станет уже четвертой в карьере. Однако в сборной России и по стендовой стрельбе, и по пулевой немало молодых, пусть и менее искушенных стрелков. В понедельник на состоявшейся в знаменитом комплексе «Лисья нора» пресс-конференции руководители нашей команды отметили, что половина коллектива завоевала право на поездку в Лондон еще в начале года. К тому же у россиян больше всех олимпийских лицензий – 24. Все спортсмены, на мой взгляд и на взгляд спортсменов, должны вернуться с медалью с Олимпийских игр. Все. Сильная команда профессиональных, уверенных в себе спортсменов. Управлять британским фрегатом 18 века или довоенной немецкой яхтой прошлого столетия – это отнюдь не фантазия ребенка или прихоть олигарха. Сегодня это доступно каждому в Сергиевом Посаде.